Звонила мама, очень расстроенная. Мы с ней говорили несколько часов. Она сказала, что ей изменяет отец. Причем это был не одноразовый случай, а вот он нашел женщину, влюбился, и это в течение нескольких месяцев. А, влюбился? Да. Ну, нормально. Ну, типа, было бы стрёмно, если он там как-то грязно, так хоть любит. Вот, и элементарно ездить на семейные праздники и просто притворяться, что все нормально, когда отец сидит с нами за столом, и я знаю, что происходит. Ну да, это такой, знаешь, себе день благодарения. Да, в целом, изначально, что они решили его отпраздновать, уже пиздец. Но еще и ситуация с отцом. Да, конечно. У тебя нет ощущения, что как будто бы вот это измены, отец от тебя предал? Зачем ты навешиваешь травмы человеку? Тем более, когда нам надо вызывать следующего гостя. Тебе не кажется, что это измена? Отец так показал, что у тебя плохое имя.